Всем привет! И в этом видео хочу вам показать упражнения для растяжки ахиллов и подколенных связок. Всем приятного просмотра! Для этого нам понадобится кубик для йоги и валик для стоп. У меня вот такой вот с шипами, покупала я его в ортопедическом магазине. И первым делом мы разминаем нашу стопу, катая ее на валике. Дальше мы делаем ролевые, чтобы тоже размять наши ноги. Ну а дальше у нас уже будет упражнение с кубиком. Мы встаем одной ногой на кубик, другой мы его придерживаем, чтобы он никуда не слетел. И одной ногой, которая у нас работает, мы делаем ролевые. То же самое мы делаем и с другой ноги. Это упражнение имитирует прыжок, то есть помогает нам держать пятки во время прыжка, чтобы они никуда не поднимались, и плие у нас было очень хорошее. Затем после закачки ахиллов мы растягиваем наши подколенные связки. Это тоже нужно для того, чтобы было хорошее плие и чтобы не поднимались пятки. Делаем мы это с помощью рук. И вначале мы растягиваем по одной ноге, а потом растягиваем уже две вместе. После растяжки мы работаем стопой, чтобы расслабить наши мышцы. Далее у нас тоже идет упражнение с кубиком. Мы ставим кубик на пол. Складываем на него свои ноги и тянем подколенные связки. Если с одного кубика у вас не тянет, можно положить два. Также, если у вас не достают колени до пола, можно надавить чуть-чуть руками, но не слишком сильно, чтобы не повредить их. Затем, также с помощью кубика, делаем еще одно упражнение на растяжку ахиллов. Как делать это упражнение, вы можете посмотреть сейчас в видео. Потом то же самое мы делаем уже без кубика. Ну вот и все, это были все упражнения, которые я вам хотела показать. Всем спасибо за просмотр!